OMTV.ua, про найголовніше. Підпишіться і не пропускайте нові відео. Обов'язково пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми сильні, коли об'єднані. Чому хаймарси настільки ефективні? Американські ракетні системи мають низку переваг, що якісно вирізняють їх з-поміж того озброєння, яке мають у своєму активі як Збройні сили України, так і армія РФ. По-перше, це її мобільність. Колісна база дозволяє хаймарсам знищувати цілі в тилу ворога, швидко переміщуючись фактично по всій лінії фронту. Причому сьогодні батарея цих машин може нищити цілі на сході, а завтра вже на півдні. Що робить ефект хаймарс максимально неочікуваним для окупантів. По-друге, це швидкість виконання бойової задачі цими системами. Наприклад, процес перезаряджання триває не більше 5 хвилин і здійснюється за допомогою вбудованого крана, а не окремої транспортно-заряджальної машини, як це є в Росії. Загалом з цією ракетною системою військові Збройних сил України можуть випустити усі 6 ракет і покинути позицію до того, як ворог взагалі зрозуміє, що відбувається. По-третє, це висока точність цієї системи, завдяки якій декілька ракет можуть одна за одною прилетіти в ціль. Відхилення ракет від цілі становить не більше 3 метрів. По факту, військові Збройних сил України розповідають, що друга ракета може залетіти прямісінько в той отвір, який пробила перша. Комбінація цих переваг робить хаймарси на даному етапі війни з Ерефією унікальним рішенням для знищення цілей у тилу ворога. Ну що, Олег, от почнемо тоді з складов. От последствия получения хаймерсов украинской стороной, точнее, получения и использования что-либо высокоэффективного. Действительно ли привело к изменению ситуации на фронте в целом? Затормозилось ли наступление, отодвинулись склады дальше, которые страдают, вообще изменилась ли тактика в целом? И с другой стороны, вот это изменение, оно к чему должно привести-то, собственно говоря? К паузе какой-то, к попытке вынудить в переговоры вступить с Украиной, опасением, что юг может, собственно говоря, не выдержать напора деоккупации наступления ВСУ. Вот какие конкретные последствия этого всего? Ну, сейчас только первая ласточка от эффекта возобновления огневого воздействия на глубина ближайшую оперативную глубину, то есть до 70 где-то километров, 50-60 километров мы гарантированно можем наносить огневые удары. И мы уже сразу наблюдаем последствия в том плане, что это влияет на характер ведения боевых действий. Почему? Mm-hmm. Потому что если раньше российская артиллерия просто выкладывала там неограниченное количество боеприпасов на цель, и они в принципе, очень показательные в интернете, есть фотографии, когда поле все в черных воронках, там зеленое поле, а одни воронки. И они вели же огонь до тех пор, пока наши войска не прекращали сопротивление и не переходили на другой рубеж. И это могло продолжаться сутками. То теперь нет, теперь такого нету. Теперь они даже пытались несколько раз наступать практически без поддержки артиллерии, что не удается. И смотрите, мы уже неделю, уже вторая неделя пошла, как мы ожидаем возобновления вот этого массированного наступления на Славянск, Краматорск, Бахмут. А что мы видим? Кстати, Олег, я прошу прощения, нашли карту, она сейчас показывается зрителям. О передислокации складов. Складов, Да. Вот сейчас она, прям зрители ее видят, эту карту. Я вам сейчас ее кину в мессенджер, чтобы вы ее тоже у себя смотрели. Хорошо, давайте. Смотрите, как раз тогда давайте по карте. Так вот, эта карта наглядно показывает, на какой рубеж Российская Федерация вынуждена оттянуть склады. И, допустим, разгрузка боеприпасов или разгрузка воинских эшелонов, которые приходят из Российской Федерации, она теперь будет осуществляться на определенном удалении. И, допустим, если с техникой-то особых проблем нет, ее все равно можно перегнать, то вот с боеприпасами это проблема. Нужна рампа для разгрузки, причем технике тоже нужна рампа. Вот. И нужна, и надо, и должно быть плечо подвоза. Очень, очень маленькое, потому что 50-60 километров машина по бездорожью или в условиях приближенных к фронтовым будет ехать порядка 2 часов. Вот. И вот это вот очень сильно влияет на характер боевых действий.
Я вот карту кинул. Вот смотрите, здесь, Олег, карта, мы ее взяли, по-моему, вот, она на английском, здесь вот 118 километров, 145 километров, 93 километра, 104 километра, ну так, это юг, и за Мариуполем уже 93 километра, это от Донецка теперь склад, и 165 километров раунд-трип, да, ну вот, то есть эту карту мы вот сейчас показываем зрителям, из нее, в принципе, можно сделать вывод, что фактически даже где-то переместили на территорию Российской Федерации эти склады. Ну, это самое. Практически, практически в районе, ну, тут не видно верх, а вот получается, что в Харьковской области, то да, там практически надо склады убирать на территорию Российской Федерации. Так это ж может быть как бы первый шаг, первый этап. Это самое, перемещение этих складов. А сейчас же уже разговор ведется официально уже ведется разговор о том, чтобы нам предоставили ракеты «Атакумс» для МЛРС. А они до 300 уже лупят. Они уже до 300. И, кстати, первая ласточка уже прозвучала. Если я напомню о том, что как только начались официальные разговоры о передаче нам ракетного комплекса «Гарпун» противокорабельного, да, российская, российская эскадра сразу же отошла в море на вероятную дальность досягаемости этого комплекса. Дальше. Они ушли из зоны вероятного поражения. Сейчас, когда пошли разговоры о ракете «Атакумс» до 300 километров, большая часть эскадры Черноморского флота перебазировалась в Новороссийск. Потому что Севастополь тоже попадает под эту ракету. Вот. Поэтому, в принципе, это меняет характер боевых действий на переднем крае. Именно характер боевых действий дает нам возможность выйти на какой-то паритет с российской артиллерией в плане огневого воздействия на подразделения на переднем крае. Понятно. Нас смотрит почти 50 тысяч человек, больше 12 тысяч поставили лайки. Я напоминаю, вы можете подписываться на канал Фейгин Лайф, это очень важно. Но и в описании к этому видео по имени Олег Жданов вы можете пройти на канал Олега Жданова, подписаться там. Там уже гигантский канал, вообще большой канал. Вот, поэтому мы продолжим, собственно, обсуждать. Вот все-таки, как это затормозит продвижение или вообще остановит продвижение на востоке, например, где самая активная фаза действий на Бахмут, вот и там далее, при дальнем расположении складов? Почему? Потому что не все понимают, что вот этот подвоз и работа артиллерии, как она связана с километрами, вот конкретно, то есть более долгий срок подвоза этих снарядов, патронов, всего остального увеличивает это плечо, скажем, назовем его так, да, логистическое, увеличивает время ожидания, да, вытормаживается атака. Что происходит конкретно? Конкретно происходит то, что количество боеприпасов, перевозимых теми же автомобилями, которые были, оно уменьшается в разы. То есть, допустим, если раньше они там за сутки могли на огневую позицию привести 1000 выстрелов, то теперь они за сутки могут привести только 500, а может быть еще и меньше. И теперь усложняется логистика. Если ты хочешь сохранить тот же самый темп подвоза, тебе надо в два раза увеличить количество машин. А увеличение количества машин тянет за собой привлечение такелажных подразделений, то есть грузчиков. Понимаете? Тут же механизации нету, тут нету роклы, тут нету автопогрузчиков. Тут бойцы, которые таскают эти ящики. Ну, например, выстрел града 100 килограмм ящик. Причем особенность ящика такова, что он имеет длину 3 метра. И размер, правда, небольшой, у него 20 на 20 сантиметров, но ручки ящика расположены таким образом, что вдвоем его нести неудобно. Его можно нести только вчетвером. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.